Rozo je někde tohle na metru. Máme šmát, důvodat na zátovi a načtu z divoj tohle a najdu k ní. Как мы знаем, сегодня это Шивимо Удонашон, Нешама здесь. Сегодня мы пошли тоже в Бет-Хаим. Самое главное для Нешама не это, это самое главное, что то есть с ней подняться. Вот это параша мы читали в Эле Амишпатим. Вот это законы, как работает там на душ, бро. У нас были 54 законы вот это параша. 44 закона были между человеком и человеком. Вопрос все спросили, когда мы говорим за нас. Как вы знаете, неделю назад мы получили Тора. Говорят, что когда евреи вышли с Египта, они были на такой левел, я вам сейчас объясню чуть-чуть. Говорят, у нас был пророк, его звали Хизкия Наби. Он почти Бога видел, когда мы говорим «Кадош, Кадош, Кадош», это когда он видел чуть-чуть свет Бога трон. Это был как Тхелет, они говорят, куди море будет. Говорят, что что видела, как вы знаете, все евреи тоже вышли, больше 600 тысяч не евреи. Почему они когда видели евреи, они говорят, за ним. Евреи были намного выше. Остальные тоже. Да. Вот это остальные видели, говорят, что больше видели, чем он видел пророк. Самый выше наш пророк. Вы понимаете, какие выше были наши евреи, когда они вышли с Египта? Вопрос всем фаршим говорят, подожди. Говорят, что ангелы были два короны, каждый еврей получил два короны, когда они сказали Наасе ве-Нишма, когда они получили Тора. Они почти были больше, чем Малахим, евреи. Моше Рабейну поднимается наверх. Моше, Кадош Барху говорит, окей, дай мне сейчас какие-то митцвот, что надо мне сделать. Знаете, первый митцвот, что Бог ему говорит? Если вы будете Израиля, и вы там кто-то будет воровать что-то, Эвед Иврей, вот это закон Эвед Иврей. Это Эвед Иврей, это самый, это между человеком и человеком, как у нас там, в Ахи, евреи, когда жили Израиль, у нас Турма.